Праздник должен продолжаться. Так и должно быть. Где вы устроите праздник малышам нашим и не только? Ну где, чтобы не задорого и много? Где? Да в Орионе, естественно. Лучший ваш праздник на всеми любимый Новый год. В прошлом своем сюжете мой сын наигрывал мелодии, потому что он умеет это делать. В этом сюжете и в преддверии нового 2018 года я вам скажу. С Новым годом поздравляю дорогих моих друзей и от всей души желаю всем счастливых добрых дней. Уважать детей и взрослых, мам и пап своих беречь и во всех делах серьезных не жалеть могучих плеч. Хорошо повеселиться, никогда не знать забот. Ну а главное, учиться на отлично, круглый год. Вообще-то я это дело выучил, когда был в первом классе. В следующем году мой сын пойдет в первый класс. Если он сделает еще и круче, чем я, это будет очень красиво. И в любом случае, я его настолько сильно люблю, что я его привезу в магазин «Орион», потому что «Орион» для него – это главное. Сейчас будет сложно немного. Потому что много, много игрушек. И по сути, здесь, в «Орионе», с ценами все не просто, а шикарно. Даже имея всего 100 рублей, вы можете купить игрушки. Что такое 100 рублей? Поесть-то не получится, а здесь игрушки. А что если больше, то игрушек больше. Во как! Девочек. Все здесь, вот лошади. Ихние же ребенки. Если я не перепутала слово лошади. И собака. Здесь открыть, ставить батарейки, она будет гавкать и ходить. Это все для девочек. Ценники 75 рублей. И вы за это даже бутылку пива не возьмете. Можете просто поиграть с ребенком. Много времени у вас будет на выходных. Пушки. Их много. Появились такие стрелки. Всякие такие. За папой есть пулеметчики, которые стреляют резиновыми пулями, которые прицепливаются на двери. И это все новое, новое, новое и новое. Домой это 8, я дома это соберу. Больше это не... Это трансформеры. И про Россию. У нас есть в России очень много вертолетов. Когда лето, они зеленые. Когда зима, они становятся белые, чтобы они их не засекли в снегу, если они подбили. И есть разные вертолеты для пожарников. Есть красно-белые. Ну, чтобы вы поняли, 4 раза. Да можно хоть все это увеличить в 1000 раз. Именно столько здесь приспособлений. Мы вам демонстрируем все для девочек. Вот я развернусь и сделаю реверанс в пользу Ориона. Да нигде столько найти не получится. Нигде. И по сути даже и в Челябинске, и в регионе. К слову, мы работаем для детей от рождения и даже для тех, у кого пионерская зорька сверкает и в 60, и в 70 лет. Может быть, хоккей не может играть, но папе вообще нельзя. У него рак мозга. А мне, может быть, захотелось играть в хоккей. Я этого хочу. Но мне надо кого-то взять, команду свою взять. Для этого мне нужны игроки. И вот эти штуки. Папа их уже давно мне купил. Я уже на коньки скоро встану, и папа меня научит. И ценники тоже копейки. А почему такая мысль у Алексея-младшего? Да, видел он и другие цены, и сравнивая их с Орионом, и по сути то, что там стоит дорого, здесь копейки. Не зарабатывает Орион на детях ваших, он вам дарит подарки, работая по принципу «лучше в день продать 1000 товаров, чем бамбучок покуривать». И папа исходит на ценники.
Ему очень холодно. Вот, ковер. Он стоит копейки. Это не мама. Папа мне купит на Новый год этот ковер. Щуки-ейки, у меня их много. И одну я отдам Маше, своей троюродной сестре. И тюбики есть. Покататься на снегу. Во всех странах они 500 рублей стоят. 5000 рублей. А здесь 2300 рублей. Это мы не видели раньше. Но Инна всегда привозит что-то новое. Вот эти машины 200-ки. Они очень хорошие. Ну а то, он-то реально понимает, что нельзя купить все. И так у него игрушек на сотню вещей из фильма «Игрушка». Так зачем большего-то? Ну, хочется. Конечно, хочется, просто зайдя в магазин «Орион», купить себе что-то новенькое. Друзья, у нас наступает Новый год. Приезжайте к тете Инне за игрушками. Вот шары светящиеся. Они подходят очень на потолок или на низ. А и гирлянды. Вот такие лампочки еще есть, они светятся и, по-моему, они крутятся. Гирлянды на елку можно прицепить. Вау, спиннеры! Здесь они стоят копейки. А я спиннеры очень обожаю. У меня их 14 штук. Да, господа, вам такое и не снилось. Мало того, такое стало явью только 10 лет назад. А то, что было до этого, стоило космос. У нас ведь были любители зарабатывать бабло, качая все, что можно с отцов и мам. Хватит, господа. Человеки он и знают, где, сколько и как. Стреляет он в свои точки. Может попасть в центр. Может куда-то не попасть. Есть еще вот такая отметка. В нее надо попасть. Вешаешь на стену, нацеливаешься и стреляешь. Не попал еще раз. Здесь 3 стрелы. Лук очень мощный. Это, короче, новое. И цена недорогая, 540 рублей. Да. И вот танк с пистолетом на батарейке. Стоит 600 рублей. Это тоже недорого. Опа, это новое. Вы это сценаристки, но вам лучше, если вы будете уважать ребенка, ему покупать игрушки или напьетесь в бутылке виски и блеванете. А вы что думали? Мы живем с сыном душа в душу, потому что я люблю его больше всей своей жизни. Он у меня и радость, и гордость. Но и вы должны помогать ребенку. А лучший подарок – это игрушки. Здесь, в магазине «Орион». Вот, уже все. Все мы покупали сейчас. Пойдем на кассу. Это уже последний сюжет. Мы с папой моим. Сейчас оплатимся. Тетя Иня, и поедем домой. Потом за бабушкой я с ней поиграю и поеду все такая.